Письмо номер 3. Даш, кто написал третье письмо? Королева Тоника. Да, где находится ее клавиша? Королева Тоника находится на до. Да, о чем она рассказывает? Она рассказывает о том, что только что вернулась в путешествие, а принцесса Доминанта и король ищут рюкзак, и кот Мимими спрятался под диван и рассказал им, что рюкзак утащили мыши, когда папа Субдоминант, король Субдоминанта, король Доминант, да, кидался в них портфелем. Понятно. Покажи, пожалуйста, как шумели король и принцесса. Как называется этот интервал? Королевская секунда. Да, еще мы можем ее назвать доминантовой секундой. Почему? Потому что ее назвали в честь субдоминанта. В честь короля доминанта. Угу. А если мы сыграем короля с королевой? То получится квинта. Как она называется? Королева Тоники. Да, поэтому это квинта тоника. Тоническая квинта. Тоническая. Угу.